В конце января подрядная организация приступила к очистке Малаховского озера. Этот проект включен в госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. Ход проводимых работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Очистка водоемов – процесс достаточно длительный. На данный момент на Малаховском озере проходит первый этап работ – подготовка к спуску воды. На это специалистам понадобится еще около месяца. Экскаватор производит работы по устройству обваловки. Когда контур замкнется, внутри будет откачана вода, и туда зайдут рабочие уже на сухую территорию, чтобы устанавливать оборудование, которое позволит спустить воду из озера в соответствии с проектом. Мы с вами будем наблюдать их, будем видеть не под водой, а прямо глазами увидим, как чистится озеро. Расчистка идет только в пределах водной глади. Со дна Малаховского озера поднимут около 145 тысяч кубометров ила. После того, как специалисты уберут все отложения и мусор, водоем станет глубже и, самое главное, чище. Конечно, проект экологически серьезный. Озеро не чистилось в таких объемах. Очистка была в середине 20 века, но с этого момента фактически ничего не происходило. Конечно же, после этого озеро обновится, будет абсолютно чистая вода. При каждом этапе работ учитывают мнение жителей. Масштабная очистка Малаховского озера завершится в конце октября следующего года. Весь процесс будет проходить под пристальным контролем рабочей группы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.